пошехонские юные гитаристы. Я очень рад, что в городе, в котором я ни разу не был, сегодня прозвучит концерт, составленный полностью из моих пьес для гитары. Впервые о вашем городе я узнал, наверное, еще ребенком в далеком советском прошлом, благодаря пошехонскому сыру. Я слышал, что такой сыр где-то есть, но, к сожалению, до нашего маленького уральского городка он никогда не доходил. И я попробовал его уже в более, что ли, зрелом возрасте. Ну и другое упоминание о вашем городе я для себя, что ли, получил, когда читал произведение Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». Вот все, что я знал о вашем небольшом городке до того, как вот ваш преподаватель попросил меня записать это видеообращение к вам. Но теперь я знаю, что в вашем городе не только есть пошехонский сыр и упоминания в произведениях Салтыкова-Щедрина, но там живут юные гитаристы, которые играют мою музыку. Поэтому позвольте вас за это поблагодарить. Всегда это композитору очень приятно, что есть гитаристы, которые играют его произведения. И как такой музыкальный привет, я сыграю вам свою пьеску, которая называется «Мимимишные фото котят и щенков». Хорошего концерта!